Выйти сухими из борьбы не удалось. В Новосибирске впервые прошла гонка героев. Ее участники должны были преодолеть полосу препятствий длиной 8 километров с имитацией настоящего боя, выстрелами, взрывами и дымовыми шашками. Подробности в сюжете Арины Садыковой. Гонка героев – это забег по полосе препятствий. Бросить вызов себе и проверить силы решились почти 2500 человек. Мне интересны новые эмоции, трасса, какие-то новые препятствия, преодоление, там, не знаю. Посмотреть, как я поведу себя, вообще, как организм отреагирует на это. Ну, просто интересно и все. Стрельба из автоматов и пулеметов, засады и дымовые завесы, вылеты боевой авиации. Участников предупреждают, будет непросто. Чтобы стать героем, необходимо пробежать 8 километров и преодолеть 35 препятствий. Девиз – это совершить поступок, преодолеть себя. То есть главный месседж, собственно говоря, нашего мероприятия – это приехать на полигон в выходной день, получить заряд бодрости, хорошего настроения. Каждые 2 минуты стартует новый взвод по 10 человек. С командой бежит инструктор. Он рассказывает участникам, как правильно и безопасно пройти трассу гонки. Ведь на таких препятствиях тренируются спецподразделения армии. Я вообще без всякой подготовки и практически все испытания прошла. Единственное, боюсь воды, поэтому где надо было прыгать в воду, там не делала. А так, да, все в целом. Вообще круто. Любой может. Гонка героев – это настоящее испытание силы духа. Пройти всю трассу и преодолеть все препятствия смогли только самые ловкие и сильные. Арина Садыкова, Александр Егоров, новости ОТС.